Президент России Владимир Путин ужесточил наказание для лиц, покинувших место ДТП, в котором пострадали или погибли люди. Согласно новому постановлению, водителям, сбежавшим с места аварии с одним погибшим человеком, грозит лишение свободы на срок до 7 лет, с двумя и более погибшими – до 9. Теперь лицу, скрывшемуся с места ДТП, в котором были пострадавшие, получившие тяжкий вред здоровью, грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или лишение свободы на срок до 4 лет. Соответствующий документ уже опубликован на интернет-портале правовой информации Российской Федерации.